В Магадане наступила пора последних звонков. Первым он прошел для выпускников школы номер 18. Это общеобразовательное учреждение, одно из самых больших в городе. В нем обучаются более 900 детей. Директор школы выразила выпускникам слова напутствия. Я хочу сказать, что закончился замечательный, яркий период вашей жизни. И вы вступаете на широкую дорогу самостоятельной жизни. Я желаю вам, чтобы в этой жизни вам было уютно, чтобы рядом с вами всегда были люди, у которых вы нуждаетесь, мнение у которых вы прислушиваетесь. В этом году школа выпускает 24 учащихся. На торжественной линейке они сказали слова благодарности классному руководителю, педагогам и родителям. Ученики подготовили музыкальные номера и станцевали прощальный школьный вальс. С праздником школьников и родителей поздравил мэр Магадана Юрий Гришан. Я как мэр города всегда, каждый год говорю выпускникам одни и те же слова. Вы можете учиться где угодно, где вам нравится, получать профессии, которые вам нравятся. Но мы вас всех ждем в городе Магадане, который с ночи вчерашнего дня стал городом трудовой доблести. Я поздравляю всех с этим событием. Я думаю, что вы приумножите славу города Магадана. Первый выпуск в школе номер 18 состоялся в 1966 году. Сегодня это современная школа, в которой действуют общеобразовательные классы, развивающие профильное обучение. Реализуются программы и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение ежегодно выпускает отличников учебы и спорта. В этом году ожидается золотая медаль у Ксении Захаровой. Много победителей городских олимпиад. Ребята выпускного класса на золото сдали за счет ГТО.